29 октября 2023 года в Казахстане объявлен днем национального траура. В Карагандинской области погибли десятки шахтеров. Всякие компании мы видали, хорошие, не очень хорошие. Но данная компания оказалась самой худшей в нашей истории. Только за текущий год взрыв на шахте имени Костенко – пятая трагедия и четвертая по числу жертв на объектах АМТ. Я надеюсь, что инвестор, наш казахстанский инвестор, примет все меры для того, чтобы такого больше не повторялось в нашей стране, на наших шахтах. Глава государства принял единственное в этой ситуации верное решение. Я дал поручение прекратить сотрудничество с инвестиционной компанией ArcelorMittal. Смотрите новый документальный фильм телерадиокомплекса президента «Очаг смерти».